Чудики — это такие существа, которые эволюционировали по мере смешивания с другими животными. От человека они практически ничем не отличаются. И они могут питаться травой, жуками и, конечно же, питаются другими полезными бактериями, но они вредны для организма человека. Думаю, что чудики – это такие существа, которые… Некоторые, как мухи, которые живут на других планетах. В их рацион входят овощи и фрукты. У чудиков уровень IQ меньше, чем десятка. И даже когда они влюбляются, они друг друга целуют хорошо. А когда они целуются, они отворачиваются спиной, потому что стесняются других чудиков, которые на них смотрят, пока они целуются, пока они чем-то там занимаются, непонятно чем. Сами они мохнатые. Жил-был жираф. Он взял и эволюционировал в муху. Получился чудо. Это такие существа. Они питаются кусочками, которые летают в космосе солнцем. И даже лучами. Травой они совсем не могут. А то тогда они отравятся. Чудики – это такие существа, которые живут на другой планете. Они прилетают еще на другие планеты. Едят только конфеты. Мясо и рыбу они совсем не едят. Чудики — это такие существа, которые живут, например, на розовых полях. Еще одна особенность. У них есть очень длинные уши, которые иногда в диаметре могут достигать 2, а то и больше метров. Они разных цветов. Малиновые, с большими глазами, и вообще, и все они разные. Чудики – это такие бактерии, которые… Влюбленные друг в друга, скачут галопом навстречу друг другу. Чудики – это такие, которые живут на другой планете, питаются капустой. И сами любят целоваться со самими собой. Короче, они целуются, когда влюбленные. Чудики – это смешные существа. Некоторые как мухи, некоторые как зайцы, некоторые как крысы. Все чудики разные. Это существа, которые не видим. Чудики, их не существует, они не едят, траву не едят,